Дисклеймер. Я говорю в вокальный микрофон. Не потому, что у меня нет петлички. У меня есть. Три. Три! Просто я не могу заставить ни одну из них работать. Как говорил кот Матроскин, средства у нас есть, у нас ума не хватает. Всем привет! Подходит к концу очередной год, а значит, настало время отчетов о проделанной работе, а также анонсов, планов по завоеванию галактики. В общем, сделано было немало, начинаем сгибать пальцы. В январе я выпустил очередной сингл проекта «Хонтин Боря» с гостевым вокалом Кирилла Всеволодовича Немоляева. В феврале я выиграл межгалактический конкурс «Нижегородский блюз». В апреле я принял участие в самом восьмом из всех гитарных батлов. Март был категорически потрачен. Пустую. В мае меня не взяли на разогрев Гальтри Гована в Чебоксарах, потому что никто не знал, что так можно было. В июне я выпустил очередной инструментальный сингл «Хопл-попл», а также принял участие в всемирно известном фестивале «Мятая дичь». Это я любя. На самом деле Андрей Клюкин делает суперскую вещь, и я безумно ему благодарен за то, что он сделал в августе 2016 года. Это изменило мою жизнь. Кончились пальцы, но мы продолжим. В июле я выпустил бомбический клип на песню «Хопл-попл». 1 августа мне стукнуло 18, и в качестве подарка выпустился 8-й гитарный батл. В сентябре я активно участвовал в выставке NAMM Music Messe 2019, она же «Музыка Москва». За 3 дня проведения выставки я сыграл 3 раза на 3 разных сценах. В начале ноября я выступил на улице под снегопад в Нижнем. А потом в закрытом помещении в Москве я поддержал концерт Сергея Головина в рок-хаусе. В декабре готовился и сдавал сессию. По общему фортепиано у меня традиционно уже трояк. «И это внук Блукова», — говорит язвительно мой педагог по фортепиано. Ну, вообще-то я еще и сын Балыкова. Ну, а еще я и сам Балыков. Между прочим, дед Балыков на гитаре не умел играть. Зато по специальности и по сольфеджио пячони. В промежутках между этим всем записал пару гостевых соло на альбом одной группы и поучаствовал в качестве сессионного музыканта в записи альбома другой группы. Ну и вишенка на торте уходящего года. Гитар Battle No. 11 между Виктором Смольским и Олегом Изотовым. Я записываю это видеообращение за день до поездки, но я абсолютно уверен, что это будет мега-супер-пупер-дупер круто. Насчет планов завоевания галактики распространяться не буду, но они есть. Вот, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все складывалось. Если вам нужно соло или ритм, или и то, и другое, пишите в личку. Вот вам небольшое музыкальное поздравление. Спасибо Метле, Дадарио, Фокину и Инспектор Гитарс за поддержку.